Только подумай. Еда, телевизор, велотренажер. Все, что только пожелает твое маленькое мышиное сердечко за то, чтобы открыть примитивную маленькую дверь камеры. Дружище, я всемогущая персона. Ты не забыл, конечно, как я однажды купил всю эту планету, а? Ну, вся планета об этом до сих пор помнит, сырная морда. Я знаю только одну мышь, которая столь тонко умеет вести переговоры. Это ты, Карабин. Надо побеседовать, Дроссель, с глаза на глаз, прямо сейчас. Что-то мне подсказывает, это не самое радостное свидание. Ты прав. Выходи. Можешь убрать эту дурацкую пушку, я никуда не сбегу. Ты раньше так говорил. Шевелись. Хорошая память. Да, хорошая. Есть воспоминания приятные и не